22 июня в 15 часов 8 минут в Керченскую службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории Керченского порта Камыш-Бурум. К месту пожара сразу же было направлено два отделения пожарно-спасательной службы. По прибытию было установлено, что первоначально произошло возгорание камыша, который прилегал непосредственно к территории порта. И далее огонь перешел на деревянные контейнеры, ящика тару, которая складировалась в непосредственной близости от забора в начале территории. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. 300 квадратных метров пришлось на камыш. И на 150 квадратных метров выгорели ящика тара и оборудование. По предварительным данным оценивается ущерб, который нанесен именно тому оборудованию, которое находилось на хранении. Самое главное, что ни жертв, ни пострадавших на пожаре нет. В настоящее время производится расследование обстоятельств происшествия, но уже сейчас понятно, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем и в дальнейшем по камышу, по сухому зайти на территорию порта.